сначала прочистите, там вот пойдет, вчера бухал, два лица. Немножко херовательно. Это что за движуха? Здорово, парни. О, Сань, здорово. О, здорово, Сань. Где ты так долго? Ничего, есть что? Что, что? Как обычно, все нормально. Что, сидим? Здорово. 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 Здорово, братиш. Как оно? Ну ничего. Что-то я сам. Здорово. Водку будешь? Экспромт, экспромт. Водку будешь? Воду закрыли, конечно, Закири надо. Закирича выпьем? На, огурец. Илюха, давай, снюхай тебе. В декабре приедешь, увидимся. Счастья тебе, всего хорошего. Твое здоровье. А он в декабре приедет? А хер знает. А чё, где Киря? Пацаны, где Киря? Хорошая тема. А чё? Киря, где? Привет, Кирюха! С днем рождения тебя! Удачи, богатства, здоровья тебе и семье твоей, блядь. Ну и короче, держись там. И не заикайся, как русил головной. Ну что, есть кто? Надо полохматить немножко. А это самое, Кирилл, а мы там дома вообще? Где Кирилл? Где Кирилл? Кирилл, позови. Вы бы еще пораньше пришли, ребята, сколько времени? Кирилл в Норвегии. Какой Норвегии? В дом, где? У нас одна Норвегия. Что ты прогоняешь? У нас одна Норвегия в стране, ребята. Что ты уже уехал? Так, кто? Друзья, друзья. Ты кто? А теперь я его понимаю, почему он уехал. Пошли. Пойдем. Будешь что? Ну, конечно. Ну, так все. Пошли. А что? Пошли. Кирилл, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе всего самого наилучшего. Пусть твоя жизнь сложится так, как ты того заслуживаешь и как ты не хочешь. Ну что, жалко, что Кирилл, конечно, в Норвегию уехал. Не, Саня, а когда он уехал? Все, будем жрать без него, его проблемы. Утро доброе. А, ёптай за ногу. Кирилл, слушай, братуха. С днем рождения тебя, успехов, любви, счастья. В общем, чтобы у тебя все было. Чтобы ты, тебя там согревала наша вот любовь мужская. Держись, брат, держись. А, самое главное. Ну и чтобы в семье никто не болел. До связи. Целую в пупик. Ну что, Эдик он с какого-то там огурчики белый. Сегодня вообще, белый, сегодня какой-то праздник сегодня какой-то. Посмотри, какая закуска. Обычно яблоко одно... На десятерых. Слушай, или леденец. Если отбиваться приходит от коронавируса, блядь. А ты Кирилл поздравил сегодня с днем рождения? Нет. Ну ты поздравил Кирилл с днем рождения. Давай, Киря, здоровья тебе. Счастья. Надо чахнуть. Давай, отправим на привет, короче. Тащи бухло. Подожди. Ты бухать будешь? Ну, за леденец, да, давайте, да, давайте. Удачи. О, хорошо. Ох, хорошо. Алкаши выпить всегда грустно. О, вот это все. И радости. Желаю. Все, пока. Получил, что ли, из магазина взяли? Я зубы златые выиграл у трупов. Продай квартиру, купи водку, называется наследство. Все пропили уже, все вообще. Так у нее и куртка новая, посмотри, и шапка. Ну что, за здоровье. Здоровье, здоровье. Сейчас, в твоем возрасте, главное здоровье, братан. Ну, у тебя есть один бонус. У тебя жена работает в аптеке. Ну, конечно, не в такой аптеке. В этой аптеке, если что, работаю я, братан. Так что, если что, милости просим. Тут можно и коронавирус пережить, атомную войну пережить. Да тут можно вообще друг друга пережить. Тут вообще можно играть, кто кого переживет. Ладно, я продолжу. И давай там праздник, потом созвонимся. И главное, живи в кайф. Че, ну пойдем на девятый, ну в натуре, блин.
7-й. Что, Кирилл, вот и настал тот день, когда ты опять постарел. Твою дивизию, а когда уже молодеть начнешь? Неизбежно. Главное, духом не старей. Желаю счастья в личной жизни. Пух! Твоя любимая. Все, ладно, давай. Кирюха, брателло, здорово. Привет тебе с Туманного Альбиона. Всего-всего тебе хорошего. Удачи самое главное и здоровья. Это самые две главные вещи. Надеюсь, скоро встретимся. Скучаем, любим. Давай, братан. Привет, братишка. Поздравляю тебя с днем рождения. Чисто от тебя хочу пожелать побольше позитивных моментов, ситуаций в жизни и побольше солнечных дней. Так как ты семейный человек, желаю, чтобы дочки слушались тебя все время, радовали тебя и жену твою. С женой, чтобы не ссорился, искал и находили компромисс. За тебя. Они присоединяются. Ты реально думал, что водка, что ли? Не-не, водка потом. Там вода.